когда теряет равновесие, твое сознание устало. Когда ступеньки этой лестницы уходят из-под ног, как палуба. Когда плюет на человечество твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности идей, гипотез, восприятия произведений искусства и, кстати, самого зачатия Мадонны, Сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности с глубокими ее могилами, которые потом, за давностью, покажутся такими милыми. Да, лучше поклоняться данности с короткими ее дорогами, которые потом, до странности, покажутся тебе широкими, покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, покажутся большими птицами. Да, лучше поклоняться данности с ее убогими мерилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице. Радиоверсию проекта «Живые» слушайте каждый день на радиостанции «Серебряный дождь». Все выпуски проекта «Живые» на сайте lenta.ru.